Об изучении деятельности органов местного самоуправления Веселовского района доложит Василий Владимирович Рудой. В сфере здравоохранения отраслевым министерством отмечается системная работа муниципалитета по укомплектованию учреждений здравоохранения врачебными кадрами. Вместе с тем в настоящее время существует проблема по недостатку участковых врачей, педиатров и терапевтов. Базовые демографические показатели хуже, чем в среднем по области. Кроме того, показатель младенческой смертности в районе выше среднеобластного уровня. Что касается организации образовательного процесса, все школы района функционируют в одну смену, однако наполняемость отдельных школ составляет менее 50%. Доля жителей района, занимающихся физической культурой и спортом, несколько ниже среднеобластного значения.